Ребят, всем привет! Ковтун Игорь с вами на связи. Сегодня я вернулся. И это самые популярные мои видосы были сняты. Возможно, этот станет популярным. Нет. Сейчас покажу вам интересную тренировку. Называется она «Тотальный воркаут». Я ее так называю. Крутой формат. Золотая классика, к которой я постоянно возвращаюсь. Но перед тем, как это сделать, как обычно, немножко понтов. Ладно, не буду перегружать видео этими понтами всякими, тем более с утра особо-то и не хочется это все делать. Я вообще не представляю, как люди с утра тренируются, блин, это вообще жесть. Ладно, давайте про тотальный воркаут, немножко теории, что это такое. То есть тотал – это выполнение нагрузки, заранее заданной, в необходимом количестве повторов за неопределенное количество подходов. То есть это супер гибкий формат, гибкость которого заключается в том, что ты во время прям выполнения, во-первых, можешь менять нагрузку. То есть почувствовал, да, там, что типа по 10 раз, например, тяжело делать. Ну, блин, не проблема, делаешь там по 5 раз. Ну и, соответственно, ты изначально можешь выбирать комфортный для себя формат нагрузки, чтобы гарантированно выполнить заданное число повторов вне зависимости фактически от уровня подготовки. Естественно, что эти повторы нужно выбирать грамотно, под себя, но тем не менее. Кстати, более подробно об этом тренировочном методе, другим тренировочным методом, конкретным примером тренировок, в том числе с прогрессиями нагрузок, вы можете посмотреть, вступив в мою секцию. Будете моими учениками, научу вас всему, что знаю. Вступайте, это очень просто сделать, я инструкцию в описании оставлю, вас примут в течение 24 часов. Я буду ждать каждого. И еще хочу дополнить, вот в чем вот настоящая прелесть этого метода. Это то, что прогрессии нагрузок могут быть разносторонними, и подходить одна тренировка с одинаковым объемом нагрузки может для абсолютно разного уровня атлетов. Сейчас вам это наглядно покажу. Но, допустим, да, объем тренировки нужно там сделать 60 подтягиваний в сумме, да, там и 120 сжиманий от пола. Два атлета с разным уровнем подготовки в чем прогрессию могут заключать? То есть это просто увеличить количество повторов от тренировки к тренировке. И интересно, вот это вот просто, я обожаю это, то, что можно увеличить формат выполняемой нагрузки. Ну, то есть, допустим, первый будет разбивать тотал очень сильно, да, и делать там, допустим, по 5 подтягиваний за подход, а второй будет делать по 20 подтягиваний. И при одинаковом объеме уровень и стресс нагрузки будет совершенно разным. Такой изи прям. Я, конечно, не хвастаюсь. Вообще легко. Но мышцы все равно забиваются, капец, конечно. Вот. И как итог этого видео, то, что эта тренировка очень круто сохраняет тонус нашей центральной нервной системы. То есть у нас нет психологического страха перед тем, что мы не сможем сделать тот или иной подход, там, точно 15 раз подтянуться. Потянулись 13, если устали, это ничего страшного. Поэтому, начиная тренировку, вы будете осознавать, что вы 100% выполните объем, и он 100% зайдет для вас комфортно, в зависимости от вашего здесь и сейчас текущего состояния.
чуть не забыл, вообще супер важная тема на самом деле. Мы каждый из подходов должны выполнять по принципу максимального ускорения, то есть максимальную скорость развивать. Я опять же в своих секциях рассказывал подробно о нем, но если в двух словах, то мы должны выполнять максимально быстрое упражнение, но при этом сохранять, то есть максимально быстро не в том плане, что как можно быстрее по времени выполнить тотал, а именно сами подтягивания делать быстро, но при этом сохранять качество, технику, нервно-мышечную концентрацию и прочие моменты, то есть без ущерба для чего-либо, но при этом максимально быстро. Я думаю, суть понятна. Ну и по времени отдыха не нужно никуда гнаться, не нужно торопиться. В зависимости от выбранного формата выбирайте, соответственно, и комфортное время отдыха. Но если брать что-то среднее, то это 2 минуты плюс-минус 1. Логично, да, что если мы выполняем там по 5 подтягиваний, то это будет 1 минута, допустим, отдыха. Если мы выполняем по 25, то это будет 2 или 3 минуты отдыха. Давайте я закончу. Работаю я по методу шаг назад, 2 вперед. Вот сейчас как раз я сделал шажочек назад и лайтовыми тренировками разгоняю себя. О, давай брусья сделаем здесь. Делаю брусья, сломал систему. На этом все, ребят. Не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк, там колокольчик и все такое. Надеюсь, видео было для вас полезно. У меня же еще приседания, прессик и поеду домой. Похаваю. Полетели. Ой, все, хорош. Надеюсь, ты заснял там. Пусть пацаны думают, что я дофига приседаю. Это был максимум. Я вообще ноги не качаю.